Лагерь отправляем. На, забери. Паспорт надо. Я испугался, паспорт. Один раз так на самолет. Пропустили самолет свой. Ну что, давай, Загир, аккуратненько на поезд. Уезжай, Загир, у нас в курган. На, забери. Зайду, конечно. Давно в поездах не было. Давно. Ух ты, какой вагон хороший. Первый, самое хорошее место заеду здесь. Я тебе говорю же. Охренеть. Какая красота. На первом, на лежанку, у тебя лежанка наверху. Загир, у тебя наверху будет, да? Я наезжу, без лежанка. Второе место, вот она. Ух ты. Все. Все, время мое настало. Я сейчас буду делать перекус. Мы, кстати, я еще привезла на железнодорожный вокзал в Агрыс. И вот взяла с собой паёк. Кстати, кусок мяса копченый и капуста. А что, отправила? Слава тебе, Господи. Вот на этом поезде она сейчас поедет. Сейчас поедет домой. 3 часа езды. Главное, не пропустила еду свою. Съем по дороге. Сейчас.